идти, Сюнин. Конечно, нет. Нет, нет. Я просто дал глазам чуток отдохнуть. Клянусь. Мало того, что тебя тащить приходится, так ты еще бубнишь, не переставая. Хватит. Не трогай меня там. Добро пожаловать. Кто знает, что может понадобиться в пути? Надо помочь с запасом. Еще. Значит, можешь уснуть в любой момент? И как ты столько прожил? Ich bin weiter zu viel. Was das für ein Angst?
Я нашел его спящим под деревом. Он невредим. Ох, мой Бьярти. Я рада, что он в порядке. Ты спас ему жизнь. Ему повезло. Не было ни волков, ни разбойников. Записка при нем полезная, но он должен быть осторожнее. В другой раз может не повезти. Ты прав. Я подожду, когда он проснется, и выпарю его. Уже хоть что-то. Прощай. Я так беспокоилась. Ух, как камень с плеч. Ты в порядке? Похоже, ты убита горем. И кто умер? Моя кошка Сфинкси. Но не будь таким грубым. Сфинкси просто ушла. Она в руках Господа. Ничто не болит так, как свежая рана. Но время лечит. И скоро жизнь станет прежней. О, если бы. Напротив, с каждой зимой я скучаю по Сфинкси все сильнее. Скажи, как давно она ушла? Завтра будет 11 лет. Очень давно, знаю. Да уж. Ты не думала построить Сфинксе святилище? Это не похороны, но тебе станет легче. Оно почти готово. Но я все никак не разберу ее вещи. У меня просто нет сил. Я помогу. Мы построим святилище вместе. С чего начать? Иди в мой дом. Там она. Она. Я наверняка найду здесь что-нибудь для святилища в честь кошки, если разъебутся. Да, нет, нет! Сколько ж у тебя там кошек? То, что нужно. Подойдет для святилища. Я нашел кое-что из вещей Сфинкси. Готово. Теперь у тебя есть святилище, где можно почтить память Сфинкси. И дом, куда можно вернуться. Придется научиться жить без Сфинкси. Ты нужна ее детям. Я думала, что Даны жестокие мародеры. Убийцы. Но твоя душа достойна рая. Как и Сфинкси. Храни тебя, Бог. Thank you.
что-то не так. Нужно быть осторожнее. Ива, проснись, дубина! Он не слышит. Опять вы двое. Снова нашли приключения на свой зад. Это все он. Я говорил, что они разбойники, но он очень уж хотел их обчистить. Нам пора. Несколько разбойников пошли за хворостом и скоро вернутся. Кому это нам? Он твой брат, ты вертись. Стой. Глянь на него. Я сам не дотащу. Значит, тебя потащат. Двигай. Если мне придется его нести, нам ни за что не выжить. Помоги! Везет твоему брату, что ты мне нравишься. Но ты тут не виноват. Спасибо. Сюда! Поглядим, Сакс вонючий. Сыновей Рагнара так просто не взять. Скоро о нас узнает весь мир.
Еще и во сне говорит. Славно. Видал? Вот это. Видал? Этот клинок выковал Грундель. Грундель громобойный, величайший кузнец. Одно касание, и из твоего тела ударит настоящий фонтан крови. Что смеешься? Я тебя веселю? Я тебе шут, что ли? Так-то. В другой раз подумаешь, прежде чем хохотать надо мной. Я шутом не буду. Никогда. Когда очнется, брось его, а то сгинешь. Здесь вроде безопасно. Клади. Вот они! Держи их! Глянь! Не отставай! Здесь мы расстанемся. Да. Спасибо за все. Замолчи и слушай внимательно. Эта жизнь не для тебя. Мир полон людей, которые прирежут тебя и за меньшее. Это я уже понял. Если у твоего брата возникнет еще чудесный план, как вам прославиться, просто возьми и двинь ему прямо между глаз. А лучше между ног. Тогда он точно все поймет. Между ног. Звучит очень доходчиво. Спасибо. А больше ты нас не увидишь. Угу.
Эйвор, рад, что ты пришел. Добро пожаловать, друг мой. Тен Эльфгар, вижу, в твоем распоряжении немало земли. Верно. По пути к моему острову в этом море пшеницы легко затеряться. Эльфгар, ты говорил, что хочешь что-то мне показать. О чем шла речь? Ах да, точно. Взгляни. Это прекрасное оружие принадлежало покойному элдермену Хундбиорту. Он оставил его здесь после охоты. Это мой подарок тебе. Разве по праву это оружие не принадлежит Хунвальду? Возможно. Но тебе оно подходит больше. Ты умеешь сражаться. Не стесняйся, бери и идем. Для нас поднимут в лесу какую-нибудь дичь. Оставим на время политику. Давай вместе насладимся плодами моей земли. Так дичью или плодами? И тем, и другим. Всем, чем захочешь. Мне не жаль для друзей того, что приносит моя земля. Если честно, Эйвор... Ну, досаждает огромный медведь. Я должен разделаться с ним, пока не случилось несчастье. Ты позвал меня убить его? Да, и я так рад, что ты согласился прийти. Думаю, ты лучше других знаешь, что я способен управлять Широм. Хотя королевский род, считай, прервался, здешние люди полны жизни и надежд. Но теперь Шир увядает. Чтобы жить, ему нужна свежая кровь. Скажем, я. Что, прости? Я свежая кровь в чистом виде. Может, мне претендовать на место элдермена? Ох уж ваши мрачные шутки! Грубый, как молот. Тот, каким вооружен ваш бог грома. Увы, забыл его имя. Ну и? Я хотел сказать, что мне очень нравятся ваши люди. Люди вроде тебя. Те, кого я уже видел. Плевать, что говорят дураки вроде Херефрита и Хунвальда. Даны достойный народ. Вовсе не глупый. Спасибо, что заметил. Я помню, как даны впервые здесь появились. Местные были в ужасе. Так мы охотимся? Или ты ждешь, чтобы я заплел тебе косы? Охотимся, конечно. Логово зверя где-то здесь. А,
Грим, старый друг! Как же я рад тебя видеть! Вот приятный сюрприз! Какой сюрприз? Ты же сам меня позвал. Да, а как дела в Гримсби? Как поживают Даны? За всех Данов не скажу, а я хорошо. Жду не дождусь охоты, ведь ты для этого меня пригласил. Да, верно, отлично. К слову о Данах, я хочу представить тебя Эйвору. Возможно, вы знакомы, раз уж вы оба Даны. Очень приятно, Грим. Здравствуй, Эйвор. Так он заманил тебя сюда, позвав на охоту? Он... Да, на медведя. Мы пришли сюда ради охоты, клянусь вам. В склоне холма есть пещера. Подходящее место для берлоги. Если зверь впрямь такой большой, как сказал Эльфгар, надо идти всем троим. Я готов. Хочу добыть меха на новый плащ. В этом лесу полно всякого зверья. Не найдем медведя, найдем кого-нибудь на ужин. Власть над этой землей дарована мне Богом. Он позаботится о нас. В том, что тут живет зверь, сомневаться не приходится. Мое поместье пылает, как хворост! Скоро огонь охватит поля. Эйвор, ты умелый воин, и я не могу тебе указывать, но... Бога ради, помоги мне! Я пойду с вами! Горстки щуплых мерсийцев меня не напугать! Поджигатели мертвы. Теперь нужно потушить пожары. Верно.
ужасно. Море пепла. Благодарю тебя, Эйвор, за помощь. Ты богатый человек, Альфгар. Отстроишься. Конечно. Насколько тяжкого труда нужно, чтобы... Боже милостивый! Медведь вернулся! Скоро созовут совет Шира. Я возвращаюсь в Линкольн. Прочь! Больше ты меня не потревожишь! Эльфгар, берегись! Скоро созовут совет Шира. Я возвращаюсь в Линкольн, чтобы за всем проследить. Когда я впервые убил ради Ордена, я так и не сумел сдержать слезы. Но сказал себе, что все это уже было предначертано. Что я повинуюсь воле великих богов. Мои поступки, что Галька. Под ударами волн Галька обращается в мелкий песок. Но она была скалой, как и ты.
Аха, скажи, все уже готово? Совет Шира скоро начнется. Присоединишься? С тобой нам будет спокойней. Да, любопытно посмотреть, как все пройдет. Веди же. Когда будут голосовать? 12 лордов Линкольншира уже сделали свой выбор. Но голоса разделились, за каждого по 4. Решающий выбор будешь делать ты. Я? Но чьей властью? Похоже, ты заслужил доверие 3 наших кандидатов. Даже епископу пришлось по нраву твое мужество. Эльфгара и Хунвальда пытались убить. И епископ по-прежнему напуган. Кто-то жаждет помешать вам. Пытались. Но ничего не вышло, слава богу. Я их спас, а не ваш бог. Молюсь, чтобы сегодня тебя направлял Господь, а не дьявол. Приветствую, лорд. Я все верно понял? Ты поможешь нам выйти из тупика? Да, верно. Дашь совет, пока я не сделал выбор? Хундбьорд был безрассудным, но храбрым и честным человеком. Я вижу эти черты в его сыне. А значит, мой выбор — Хунвальд. Ты свиты короля Кёлвульфа? Да. Король благословляет всех вас. Каков бы ни был ваш выбор, король его одобрит. Он быстро учится. Славно. Добрый вечер, Эльфгар. Эйвор, нет же ничего дурного в том, что я ищу твоей поддержки. Но она нужна мне. Голоса разделились поровну. Это трудный выбор, Эльфгар. Я отнесусь к нему серьезно. Да, конечно. Но позволь сказать откровенно, я тот, кто приведет Линкольншир к процветанию и победе. Я верю в твою искренность. Грим, рад видеть тебя вновь. И я тебя рад, Дрэнк. Видно, в Британии уже привыкли, что по ее землям разгуливают даны. Кого поддерживаешь ты, Грим? Если не ошибаюсь, Эльфгар твой друг. Да, он хороший человек. Но я скорее за епископа. Епископа? Странное решение. На этих христиан легко надавить. Они отчаянно не хотят сражаться и согласятся на все, что предложит Дан. Поддержи Хунвальда, и род Яростного Лебедя вернет себе былую славу. Как ты, лорд? Я горячо молюсь, и моя воля тверда, Эйвор. Став элдерменом, я подарю Ширу радость. Хороший правитель не только веселится. Он должен быть силен, суров и готов пойти на риск. Само собой. Здесь требуется сила, мудрость, отвага. Меня не затянет болото посредственности. Не бойся. Рад слышать. Епископ. Эйвор, спасибо, что бесстрашно принимаешь участие в Совете. Я удивлен, что ты поручился за меня. Если честно, я и сам удивился. Но так я смогу испытать веру Господа в мои силы. Благодаря мне в Шире скоро закончится век беззакония. Видит Бог, мое сердце полно любви к линкольнширцам. Я молюсь, чтобы он помог тебе принять решение. Безумный ход, епископ. Настолько, что может сработать. Что ж, в любом случае, спасибо. Храни тебя, Бог. Oh.
Три человека, три исхода. Кто из этих жалких кукол лучше спляшет, по твоему слову? Я должен решать не ради себя, но ради своих людей. Кто будет полезен нам в час нужды? Нельзя знать наверняка, как к тебе относится другой. Думай лишь о себе. У всех есть достоинства и изъяны. Эльфгар несколько заносчив, но богат и умен. Элдерменом он будет хорошим, а союзником... Епископ упивается своим христианским благочестием. Но он мудрейший из троих и уже проявил себя. Хунвальд не самый умный или хитрый, зато добрый и храбрый. И то, и другое поможет в час беды. Правь с гордостью, яростный лебедь. Законный совет Шира постановил, что элдерменом Линкольн Шира станет сын покойного лорда Хунбьорта, лорд Хунвальд Линкольн Ширский. Я не знаю, что сказать. Я страшно, безумно благодарен. Да. Что тут добавишь? Я не знаю. Мне не достает отца. Лучше бы он стоял здесь, а не... Что ж, я буду стараться. Ради каждого из вас. Поднимем чаши. Выпьем за нового элдермена. Как мы все знаем, это решение пока еще не окончательное. И теперь мы нижайше просим нашего короля утвердить этот выбор. Но беспокоиться не о чем. Хёлвульф друг и Саксом, и Даном. Он наверняка одобрит наше решение. Наш верный добрый друг Этельсвита. Ядовитая гниль поразила весь этот шир. Есть лишь один способ извести ее. Что? Это значит? Элдермен и Линкольншира, ко мне! Ради торжества древних, убейте всех!
убить нового Элдермена. Уже не дышит. Надо отыскать живых. Готов просиживать зад, Хунвальд? Место Элдермена твое. Как военный советник, рекомендую схватить мерзавца сразу. Он еще близко. Сперва похороним павших, да? Это решать тебе, Элдермен. Да, верно. Похороним павших и соберем фирт. У меня просто нет слов. Верный служитель церкви. Я буду молиться за этих несчастных и поставлю на ноги всех раненых. Удачи, Аха. И тебе, Эйвор. Храни тебя Бог или боги. Fecit Dominus Nostus Patentus, vide collecta supra in terra aceres. Меня.
Ну и дерзость. Напасть средь бела дня. Ненависть епископа неутолима.